Около 700 воспитанников Антопольской вспомогательной школы-интерната Рогичнического района получили от сотрудников управления Следственного комитета по Брестской области подарки к Новому году. Компьютеры, мягкие игрушки, сладости и, конечно, тепло своих сердец. Благодарность детей, для которых так важны внимание и поддержка, была видна невооруженным глазом. Если бы вы вообще без подарков приехали, мне все равно было бы хорошо, чтобы вы с нами на нашем празднике. Шефство над этим учреждением образования управление Следственного комитета взяло еще 2 года назад. И подобные встречи с детьми школы-интерната не редкость. В этом году следователи навестили своих подопечных уже не в первый раз. Для детей такое участие всегда праздник, а для сотрудников еще один повод подарить им свое тепло и заботу. Нам важно быть рядом с детьми. Мы видим их радость. Мы сами получили заряд энергии, оптимизма, потому что красивое костюмированное представление, детский смех. Эта традиция будет продолжена, и именно за счет совместного общения, за счет того, что дети все чаще и чаще смогут получать радостные минуты, это позволит им быть уверенными, сильными и добиваться новых и новых побед. У нас закон принятия – это самый первый, принять его ребенка таким, какой он есть для каждого нашего работника. А если к нам приезжают люди из других организаций и принимают их такими, какими они есть, и дружба происходит, это видно, тепло в глазах друг друга, такие вот теплые отношения – это самое важное для ребенка. Вниманием не был обделен ни один ребенок, и учтены все составляющие простых детских радостей. Театральное представление, игры, подарки, сладкий стол – эта встреча сделала богаче каждого ее участника, ведь самое ценное, что один человек может подарить другому – это доброта, понимание и забота.